В Москве открылся международный транспортно-логистический форум продвижения 1520. В течение двух дней его участники, а это представители отрасли, бизнеса и власти, будут обсуждать вопросы развития железнодорожного транспорта. Форум проходит в режиме онлайн, запланировано 8 пленарных дискуссий. Во время торжественной церемонии открытия глава РЖД Олег Белозеров предложил рассмотреть новый формат форума как дополнительные возможности для поиска идей. Уверен, мы все получим новый и интересный опыт. Будем рады, если кто-то из вас решит воспользоваться таким подходом в дальнейшем и всегда готовы поделиться своими наработками. Нам предстоит провести 8 сессий. Все дискуссии сопряжены со сквозными задачами развития транспортной логистики. Как отрасль отреагировала на вызовы, с какими сложностями столкнулась, какие возможности увидела –